Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов, с вами Джек Шепард и я, Артур. Мы продолжаем проходить Resident Evil 6, кампанию за Джейка и Шерри. Всем привет! Фу, надо выдохнуть теперь. В предыдущей серии мы... Шерри у нас попала в плен, Джейк, ну, спасая ее тоже. Но тем не менее, мы вместе теперь, похоже, да? Да. Это интересный спина поворот, к потому спине. Что в Китае было довольно-таки скучно. Ну, хотя, конечно, под конец пошло круто. У нас так гадко на улице, это капец. У нас также. Самое главное, интересно с геймплейной точки зрения, что мы будем делать, так как, насколько ты помнишь, мы просто вот так вот были закреплены и нас пришли спасать. Ну, вот нас и спасли. Окей. Верните свое оружие. Мои руки, мое оружие. Кстати говоря, он похож на этой подводной базе, нет? Ну, где бы нам еще быть, по идее-то? Наверное, да. Если это так, то мы близки, кстати, к завершению игры, похоже. Последняя глава вот эта. Да? Да. Хорошо. Как же его достать-то? А, мне тебя подкинуть туда, к вентиляции придется, наверное. Я туда не полезу. Полезешь? Крысы нет. Ну, ладно, давай тогда тут сидеть. Давай. Чем займемся? Как че вообще? А давай вот эти вот, смотри, тут жидкость непонятная в бутылках выпьем и посмотрим, давай... что будет. Не, а давай намешаем их, короче. Колбочка вон есть, похимичим мальца. А, знаешь, что я еще хочу? Я хочу взять этот микроскоп и попытаться разбить ему вот это стекло. Это будет круто. А потом еще можно, перед тем, как ты будешь его ломать, посмотреть, какие там у нас антитела всякие в крови. Смотри, тут газовый баллон, давай гелием надышимся и будем смешно разговаривать. Какой-то зеленый кнопочек. Я хочу нажать здесь все. Хватит, иди сюда. Придурки. Так, так все, я пошел. Нет, я не пошел. Я думал, ты... Я пошел. Ой, крысы. У Шерри, думал, брачный сезон. Слушай, как раз две. Я мог бы сломать им шеи, мы могли поесть. Ну, в принципе, тогда на день можно было бы задержаться и тут, да? Ну, мне да. Тут нравится. Тут вон телевизоров много. Ой, здесь так вонюче. И такие кадры ты пропускаешь сейчас. Че там, че там? А ты, кстати говоря, видел, нет, что у нас тут в этой комнате есть? Че там? Я тебе не скажу. Я потом тайком от тебя это сделаю. Я вижу задницу Шерри в 1080p. А, отлично. Настолько близко. Тут что-то ползет! Тут что-то ползет! Я ползу обратно. Ой, это вот такая пакость, кстати говоря. Я упал. Тут... Ой! И оно сюда упало. Это эта тварь неубиваемая, поздравляю тебя. Надо было оставаться в комнате. Здесь эмблема на втором этаже. Короче, вон там, в углу влево. Серьезно, да, эмблема? Сейчас, да? Больше всего она мне нужна, да? Да подожди, я с ним разделась, потом дверь буду открывать. Все, отвалилось у него. Нижняя часть тебе ползет. Ползет, ползет. Я не мог почему-то отбежать. Она к тебе полезла, да? Ну, пусть долезет сначала. У меня дверь закрыта вообще. А внизу эти отверстия? Ну, отверстие-то и есть, но... Или? Она не пролезает через нее. Да я понял, господи, что там дверь. Ты ведь не дверь хочешь... ломать я не могу. Живой... О, нет, не полезет. Есть ощущение, что она ко мне сейчас через вентиляцию полезет? Нет, все, она мертва. Мертва? Ну, та часть, которую видел я. Да, блин, Джейк, ты уже замолчи, пожалуйста, мы уже поняли, что делать, а? Ну, я не могу на кнопку нажать, куда-то мне бежать надо, походу. Тебе дверь надо сломать. Постреляй по ней, что ли. Так, тут как концерт, да, бегу. Бегу. Ломай дверь. Вот и все. Лично. Да, а круто, я убил же. Молодцы, разбирайся, я пока пойду эмблемку возьму. Так. Да, точно подводный комплекс. А, блин, ну как меня вот спалило. Я... Да меня тоже.
Как я мог так спокойно бегать и в результате все же нарваться на... Ой-ой-ой-ой-ой, да чё ты перезаряжаешь-то, а? У меня все оружие нам. Иди сюда, кашка. Подбегался, по-моему. Да, у нас же все. Так, а ноги там... Они тоже мертвые. Просто. Но они не мертвые, он через некоторое время возродится. Так, все, надо валить отсюда, потому что там уже верхняя половинка начинает вставать. Видел, такая маленькая штучка слева, такая чпок. Такой, стой! Стойте! Ну мы ему там химикатов оставили, пусть балуется. Может, сможет вымутировать себя. Ему может, мутировали, но не вымутировали. Вымутировали, мутировали, мутировали и не вымутировали. Для детей, скороговорки. Новые скороговорки. Да. Познавательные скороговорки на игровом канале Black. Так, что-то нам там по рычаги будет жать. Я люблю жить рычаги, они прикольные. А, у тебя есть пушка, которой можно так, как в Dead Space, чик ее. И не передвигать войти. Нет. Жми, чему? Жми рычаг. А, все, вспомнил, как кататься. Дайте угадаю, что сейчас будет. Ну ты слышишь, я думаю. Ну да. Вот он, больной зуб. Шел бы ты отсюда. Петушок. Все, они устали. Можно нажать еще по одному разу, я думаю. Я думаю, так нужно будет 4 раза нажать. Мне не дают. Мне тоже не дают. Рычаг нажать, в смысле. Так. А ты подожди, ты можешь что-то сделать? Нет. Стоп, а вот дверь. Ну, дверь-то есть, но что с дверью делать? А, вот. А, выстрелить надо же вот сюда, наверное, да? Ну, я стрелял в прошлый раз там. А может... А, вот, смотри. Нет? Помнишь, там были такие светящиеся? Ничего. А, я тебя поздравляю. Надо нажать кружочек. Ну, как обычно. О, здесь же этот скелетос. Ну, это там дико наверху было. А мы же скоро должны снова в кооперативе все вместе подниматься на этой. Да, кстати, точно я и забыл. Так, а почему не прыгали? Да, это было глупо. Потопили такие. Так, я лучше возьму дробовик, что ли. А, и взял автомат такой. О, могу. Давай. Угу. Это я со своей любимой пушкой похожу. Со слоником. Так, и куда нам в итоге куда? Нужно было? А, ну, как бы сюда же и нужно было. А, там есть ощущение, что мне нужно было на эту перекладину. Не-не, иди сюда. Откуда пришли? А, все понял. Да прыгай ты! Ну, почему он с разгона это не делает? Нужно отпустить кнопку, еще раз ее нажать. Странно это. Че там, у тебя нормально все? Угу. Везет. Чтоб ты меня не попал. Так, здесь рычаги опять. Здесь какая-то непонятная биомасса ползет. А где, где? Я хочу тыкнуть мне пальцем. Вот. Вот она. Не знаю, я облизывал, мне не понравилось. О, отлично, я нажал. Ты понял, да, что там прет опять? Так понял. А, теперь она повернулась, да? Мне тут почему-то Half-Life напоминает, когда мы бегали. Не знаю, ну теперь нам обратно вниз нужно, к С. Вниз, да. Ой. Ой, а давай пойдем? А нет, не можем. А куда? А вот проход. Длинный коридор тут. Помним такие. Добрый день. Я хотел прокатиться, да не бить его. Да он. Так, он. Он. За список золотых цитат. Он. Ну да. Тут еще рука бегает, осторожно.
Так, короче, По-моему, после мы... того, как ты полезал за слизь, что-то все-таки произошло. Что делать? Да. Ну, давай попробуем их убить, я не знаю. Может, пока их не убьешь. Давай, ноги мои. А, у меня кончить пошло. Стреляюсь. Чего? У меня здоровья мало было. Что ты делаешь? Тебя рука бьет, стреляю в тебя. Я ее закинул в мусорку. У меня меньше половины. Скорее. Вот, ты понял, как их убивать? Я... Вот ты успел. Буквально оставалось секунда. Ты при смерти был, что ли? Да. Буквально секунду оставалось. Я мог кого-то только что бить. Так, мне плохо. Я в этот момент, ты видел, нет? Вот тут вот такая вот камера, куда засовываешь куски, и они сгорают. Я так руку убил. Но это, похоже, просто было такое случайное событие. И все равно так их убивать не надо. Потому что что-то слишком это все неудобно. Блин, я не хочу их больно убивать, да блин. А, вот. Ты патрошки взял? А то мне выпали. Да что ж ты... Вот так вот подбираешь и заносишь. Видишь, что я делаю? Нет, я не вижу, что ты делаешь. Я тут пытаюсь взять траву. Здесь еще больше всяких бутыльков. Иди сюда. Хорошо, сейчас иду. Сейчас намешаем. О, эмблемка. А вот здесь вот наверху трава. Где наверху? Вот куда показываю. А, вот. Ну, у меня вообще не отображается твой прицел, так что... Ну, нет, положение тела-то видно ведь. Так, куда нафиг идти? По-моему, вот куда-то... О, да. Все, я нашел выход. А, и эта фигня едет к нам. Угу. Или нет? Да. И? Ну, я бы не сказал, что она к нам едет. Я думаю... А, вот, понятно. Так, нам сейчас нужно в С, да? Да, она в С. А вот С, прыгай. Оба. Ну, а что? Одному страшно. Какой-то прям Марс. Red Faction. Да, тоже. Ой, один он уже идет. Эти концовки все такие бесполезные, а? Ты только заметил его, что ли? Ой. А он просто в проход так встал, что я думал, что не смогу пробежать, но он не помешал. Так, я бью ноги. Они, по-моему, этот motion capture с алкаша снимали ног. Ходит так. Ну вообще капец. Ты видел вообще, как ноги, из чего там верхняя часть становится? Это кишки поднимаются, и рука. Из них ничего. Получается как, а нет, как голова. Ноги. Я мы просто знаем, не что хочу знать. Японцы извращенцы. Так, короче. Из него патроны выпали. Чтоб не вставали. Отойди на безопасное. Ну ты отошел уже. А им пофигу. Они все равно так и будут лежать. Так, чем тут делаем вообще? Так, мы здесь вот рычаги должны нажать, но это рычаг твой. А вот этот мой, похоже. В котором ты пришел. Ну. Да? А в смысле, я не могу. Ну, в смысле, ты можешь только лево нажать, я только право. Странно, почему? Это очень логично. Окей. Вроде пока ничего нового не встает. Да и не надо. Сколько там, 75 уже? Наверное. Ой, теперь она ведет нас на G. Там я перепрыгиваю, и потом мне нужно будет тебя поймать, наверное. Да, 75. Так, все, убавим. Какие-то мешки тут, блин, навешаны. Мне это больше напоминает не Half-Life, а Halo. Почему-то. Halo. Ты в четвертой еще не пробовал? Пробовал, когда мы сейчас проходим, уже вышел первый взгляд. Вот. Ну, зрители уже его посмотрели давным-давно. Так, вон туда. F.
В F мы были, наверное. Да, мы тут были и в F, и в C. Вот этот топает, я слышу. Halo 4, это да. Очень крутая игра. Совершенно не подходящая для летсплея. Так. Ты я куда вообще делся? F остался. Зачем? Зачем? А ты прыгнул в D. Ну да. А может мне как-то нужно тебе что-то открыть? Сейчас. Я сейчас посмотрю, что у нас. А, ладно, что... Ко мне трубы ползут. Поздравляю. Ну, подъезжай давай, штука. Господи. Вставай, вставай, вставай. Да прыгни, ну. Да, мы тут столб были, я здесь умру, скорее всего. Не надо умирать вот только. Скажешь, когда он ко мне подъедет, чтобы я подбежал? Сейчас подъедет. Я бежал. Я бегаю кругами. Вот-вот-вот она к тебе подходит. Все. Давай. Suck it. Ты сам подпрыгнуть не сможешь, но интересно, сможешь ли ты прыгнуть в мою сторону? И ты типа мог бы меня схватить? Ну, по-моему, нет. Ай, я прямо под тобой. Ну вот, да-да-да-да. Нет, у меня есть возможность прыгнуть обратно только. Ну, все. Нет. Ну, не... катайся, короче, пока я посмотрю, что тут есть. Ладно, буду наслаждаться видом. Здесь у нас баллоны, какие-то бутылки. Здесь у нас просто 5000 очков умений. Просто. Никаких рычагов нет. Может, нам вообще не сюда нужно? Может, это просто как небольшой такой... Для тебя бонус? Ну. Не знаю, а куда тогда? В целом были. Или все правильно сказать. Так, так, ну-ка, ну-ка. Эй, закрыто. И все, и... Ага, да. Так, а ты точно не можешь ко мне? Попробуй на F обратно перепрыгни, а тут сверху еще платформа спускается. На нее, я сейчас могу на нее переместиться просто. Так, ну-ка давай. На F, да, мне? Ну вот, я на этой платформе. Но она к F, я так понял, не поворачивается, что ли? Я вот на F5. Так, я к точке... Ай, пошел. Вот F, мне прыгать на F? Ну, я у меня просто других идей нет. Так, я на F прыгнул, окей. Как мне тебя поймать? Вот в чем вопрос. Вон, смотри, в 29 метрах от нас надо что-то, походу, нажать. И он опять ко мне причапал. И опять бьет меня по лицу. Ой, нет. Так. Ты там... Ну, я ничего не могу делать. Мне даже шанса не дали. Короче, на F не ходи. Да. Сломали рот, Шерри. Сломали. Ох, и сейчас такая пакость будет. Пакость. Натуральная пакость. Да. И так долго еще показывают, да, настоятель. Ты смотришь, как меня убивают, а потом такой Шерри. Интересно, мы где сейчас окажемся? Ну нет, в принципе, там же. Видишь, тут у нас старая панель, и она ведет к точке G. К точке G ведет. Так, дяденька, извини, я с вами воевать не буду. Просто валим. Это может долго продолжаться, потому что... Может быть, мы должны куда-то запрыгнуть, типа Б какой-нибудь, или и оттуда уже. Скажешь мне, какая точка будет приезжать? Давай. Чё, давай? Скажешь мне, ага. А я тебе прикрыть-то, скорее всего, не смогу, потому что она ездит. Блин, поцелишься. Ладно, я буду надеяться на твой скилл. Ты скажи мне, как этот, как она обратно сюда подъедет. Давай. Так. Повернись, стой, повернись, стой. Оно тупо криво работает, ну. Ну да. Оно не поворачивается и все. Я также спрыгнуть не могу два раза. Ну, по-любому что-то на D надо делать. Ну, явно не на F. Что? С F нужно валить. Нет, давай. Я-то могу наверх пойти. А вот тебе что делать? Вот-вот. Может, где-то на центре что-то надо нажимать, я не знаю. Так, ну вот я ушел на D. Давай.
Посмотри там повнимательно, может, все-таки что-то есть. На F ничего нет. На E я не могу. Ты, может, должен меня как-то повернуть, чтобы я куда-то в другое место. Да, скорее всего, C. Да. Ты только что? Этот обратно не ходи туда. Потому что там сам куча патронов и куча мертвяков лежит, нормально. На C же мы уже были. Ну да. Здесь есть теперь патроны, я их собрал. Здесь есть какие-то двери, их можно вроде как открывать, но консолька красная на них. Так, тут что-то ко мне чапает, это какая-то рука. Так, пойду посмотрю. Тележки какие-то три стоят, потому что ты как... Мы на Е же не были? Нет. И на А не были, да? Ага. Еще у нас тут есть G, какая-то совсем G. Я зашел на G посмотреть. Хотя нужно было бы все по порядку. Опа, опа, я нажал кнопку, мне... Че? Мне показали H какую-то, дверь. И мое лицо поглощает рука. Ты там вообще как живой мертвый? Так-то норм я. Чего только делать, не знаю. Я вообще куда-то не пойми, куда иду. Но я иду, по-моему, как раз туда, куда нужно. Ты движешься хотя бы, да? Ну да. Все, я ушел оттуда, я теперь наверху. Тебе надо запулить меня куда-нибудь. Здесь есть два рычага. А эти штуки две, их две. Ага, так. И F снова. Короче, вот эта точка, куда нам показывает радар, это место, куда нам нужно прийти вдвоем с разных сторон. Потому что там один рычаг от второго. Здесь мы с тобой в лаборатории были, здесь. Как бы. А здесь эмблемка не сбита. Половина рычагов вообще хрен поймешь, не поворачивается. Здесь оба рычага, у меня вообще никакой иконки не появляется. Это я нахожусь на... где это я нахожусь? Неважно. Стоп, помнишь, что мы с тобой по длинному коридору бежали? Ну? Ну-ка, если мне сейчас по нему пробежать... Я не к тебе ли пришел? Не к тебе ли я пришел? Капец, тупой Джек Шепард. Я? Я уже давно догадался. Так, нам на это, да? Так, сейчас нас схарчат. Нет, я... Давай, давай. Так, все, она наверх уводит. Тебе нужно вот сюда, да, на Ай. Тебе нужно было спрыгнуть. Мне, по-моему, на H надо. А, она закрыта? Нет, вот моя, G. Давай. А ты иди D. На... Подожди, почему нет. Опять вниз? Тебе на Ай нужно, тебе на Ай, наверху. Как на... поднимается, yeah. Сразу твоя дверка. Да, вот. Все, наконец-то решили. Это было тупо. Чёрт ебя пьёбери, игра. Так. Не матерись. Чёрт пьёбери. Давай быстрее, у меня тут прут уже. Да я бегу. А у тебя там рычаг, кстати, ты видел? Нажимал его? Нет. Я там пришёл сзади, вот. Вот. Ну ладно, нажимай. Слава Иисусу. Слава яйцам. Так, это нам теперь в самый низ нужно. На Б. И на чем нам туда? Потом на H. Ой, у меня спину столько всякого. Меня током дергает, они меня жмут, Джек Шепард. Я стреляю, стреляю. На электричество их давай. Ага. Первый свалился. Он рычаг нажал. Ой. Что ты наделал? Что ты наделал? Так. Я вообще откатывался в сторону, а ты Джек Шепард. Каскадный резонанс. Yeah. Так. Туда не запрыгнуть, по-моему, даже. У тебя с твоей стороны был именно рычаг, да, вот он. На входе, когда ты зашел. Ладно, я рванул. Давай. Рви. Оказывается, тебя бьют. Ты нажал там, что должен был нажать? Нажал. Потому что мне тут плохо. Сейчас, по-моему, будет удар. Да не просто удар. Блин, оно около тебя там, а я тут тусую. Я на нее прыгнул. Осталось меня дождаться. А я ты... бегу, Джек Шепард. Ну, давай. Я был в центральном зале, я думал, можно тут. Давай. Как вам надоели, уже осклизистые парни.
А я специально с дистанционкой подошел. Подходи. Отходи, 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 отходи. А, иди сюда, иди сюда. А, меня ударил. Взрывай! Так, что блин, капец. Это капец. Куда нам? Нам, походу, никуда не прыгать, нам, походу, умирать. Я на это не подписывался. В лицензионном соглашении этого нет. Кто когда читает лицензионное соглашение? Я сейчас на D смогу перевернуть. Нет, не смогу. Смогу. F. Мы на F можем, нет? Да-да-да. А что нам на ней делать? Ну, не знаю, не умирать. Но мы не можем. Не умирать. Ой-ой-ой. Либо мы профукали момент, либо... Не, нормально, контрольная точка была. Так, давай, давай, давай. Офигели, что ли? Уф, хорошо. Так, по-моему, нужно поторапливаться, нет? Давай. Так. Ненавижу ползать. Я ненавижу кнопки подбить. Давай, 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 давай. Ты что-то опаздываешь там. Это ты опаздываешь. Это ты опаздываешь. А мне показывает, ты опаздываешь. А она мне за тобой. Ты. Она за тобой. Я иду на полкорпуса. Это я иду на полкорпуса вперед. Господи. Да блин, ты посмотрел, да вообще уже. Все, вышли вроде. А показали, что я второй. Просто лепёха. До свидания. Пишите письма мелким почерком. Нравится. 40 минут. О, это было просто. Так, нажмем на кнопку. Фу. Да. 40-то 40. Ну, ну сколько да. Там тупик. Поиск партнера. Вот сейчас, наверное, будет подъем по этой здоровенной хрени и отстрел. А чего мы там отстреливались-то, я не помню. А, простых монстров. Так, ну, давай, наверное, боты сейчас все же не найдутся, вернее, давай, живые спрос. Игроки. Просто спрос, а чего ждать уж? Боты не найдутся. Угу. Не, за Криса была круче компания. Мне больше понравилось. Ну, тут она моментами вот. Ну да. Классно очень. Но моментами скучно. А за Криса вся полностью была такая. Все так выдержана была, ну. А за Леона именно была такая резидентовская атмосфера. Можно и так назвать. Between me and him. Go ahead. Shoot. You have every right to. Just promise me you'll survive. The world depends on it. Who the hell are you to tell me what to do? Stop it! Put your gun down! Now! Не, Крис серьезно в этой части возмужал так. Tell me. We just following orders? И не говори. Загрубел даже. Both. Jake, please stop. Put a bullet in your head. Put your gun down. Drop your weapon. Don't do this. There are more important things at stake than you. Gotta go! Jake! I know! О, здоровенная хрень. А мне больше всего напоминает почему-то, и людям, кстати, в комментариях тоже напомнило больше всего Чужого из четвертой части. Ну так, получеловек, получужого.
Ну да, есть что-то такое. Опа. Ну что-то я не помню, что тут вода была. Ну, как тебе сказать? Мы под водой, вообще-то. Точно. Ты видишь, заражение 100%. Подожди. Или это прогноз? Ну да, эта штука способна. От 20 до 100. Как быстро она разгонится. Что там твой тогда? So, if that giant cocoon hatches, we're in trouble. То у всех будут проблемы. Так, подожди, тут ящик. Ага, нас даже в офлайне разделяют. Окей. Так, я с Крисом поеду. Я спасен. Just so we're clear, you and I are not done talking yet. You got a lot of explaining to do. Крис Викс Коми, да? Ну да. На нас нападают инопланетяне. Запросто. Не, у нас Крис... Ой, в XCOM'е у меня все было гораздо проще. У меня там команда стояла из Чак Норрис, Брюс Уиллис, Жан-Клод Ван Дамм, Шварценеггер, Сталлоне. Там просто стыдно было проигрывать. Так, спецназ пришел. Девушка-то я уже отвлекать не в команде. Че? Девушки-то были в команде? Нет. Сейчас. Девушки не должны воевать. Так. В компании за Крыс это было так обыденно с ними воевать, а тут прям какие-то новые враги, я уж отвык от них. А там в последней части игры только с ними воевали. В принципе, тут ничего сложного, я думаю, не будет, да? Опа, сам кокон, конечно. Ой, прям мне в лицо. Пирс такой тупица. Ну, голову зарядил. Минус. Так, добьешь уже, может, Крис? Запросто. Ой, у тебя ник желтый. Ой, снапоры. Крис. Крис молодца у нас, хорошо работает. Ну и вот этот подрешетили, конечно, маленький. Ну чуть-чуть. Да, блин. Крис, помогай. Он пытался спрыгнуть, скажем. Добавил ему. Ой, тут уже кто-то из гранатометов лупит. Ну да. Я на все сейчас как-то тем, кто не на платформе, вообще внимания не уделяю. Не, живым игроком, конечно, интереснее было бы тут сейчас обороняться. У тебя не красный. Лечись. Это все нормально. Я не сомневаюсь, да. Все, мы почти приехали. Я вообще почти ни в кого не стрелял, как-то это было тупо. Ну, убил, конечно, много народу, но на стенах еще сколько было. Я на них даже внимания не обращал. Странно это все. Ой, тут начинается геморрой для Криса. Угу. Сейчас забегаем в соседний зал, а там такая же хрень. В три раза больше. Угу. А у меня, говорит, брат есть. Ага. И мы начинаем понимать, что все наши проблемы несущественны. Поехала. А нет, эти же не воевали с ним. Кто? Точно, точно. Ну, наша парочка. No. Джейк Шири. No, ну, конечно. Они справятся. Помню, с какого разума от него бежали. Уже просто с игры 3 уже начали там договаривать. We're getting out of here. We're gonna save the world. А что насчет 60 миллионов или 50 или там?
Let's go. Все-таки такая целомудренная игра. Уж там, я не знаю, поцеловались бы хоть что ли. Ну да. Вообще в Резиденте никогда до этого не доходило. Там во второй части Резидент Клэр с Леоном. Прямо же все. Чуть ли не любовь-морковь. Ага. А, там еще с Эйдом, конечно. Ну, короче, ну ты понял. Эйда. Там такая пафосная сцена в конце второго Резидента, когда Эйда падает. Она же в каждой части умирает практически. И Леон такой, не хуже какого-нибудь Дарта Вейдера, кричит такой... Нооо! Так смешно так выглядит. И по полу стучит кулаками. Вот. Я ничего не могу взять, у меня куча непонятного мусора, но мне лень все выкидывать. Я все взял. Ну, 50 минут почти уже. Я не знаю, что будет дальше и как там будет дальше. Долго не. Я думаю, будет долго, я думаю, будут боссы, поэтому давай сейчас на самом деле прекратим. А в следующей серии будем уже добивать, ну даже если недолго, какая разница. Ага. Короче говоря, надеемся, вам понравилось. Мы уже, в принципе, у конца игры. Возможно, следующая серия будет последняя. Возможно, следующая серия будет не последняя. Посмотрим. Мы не знаем, что там будет. Короче, ну было круто, да? Так, ничего так, ну, прикольно. Да. Конечно, подзапарились маленько с этими мостиками. Ну, ладно. Короче, увидимся в следующей серии. С вами были Джек Шепард и Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока.